Меня зовут Людмила Батранчук. Я являюсь высококвалифицированным специалистом в сфере натуральной медицины с опытом более 25 лет. Я тщательно исследовала самые лучшие методы для восстановления организма и создала программы, которые могут быть использованы кем-либо для достижения их поставленной цели – состояния здоровья. Я разработала авторскую программу очищения и восстановления организма на клеточном уровне. Для получения желаемого результата в моей практике я использую различные инновационные технологии. Ведь мы живем в век технологий, и, как ни говори, век технологий невозможно обойтись без технологий. Итак, оптимальное здоровье с запатентованной нанотехнологией. Вот такая у нас сегодня тема. Итак, запатентованная нанотехнология. Что же это такое, о чем идет речь? Вроде такая маленькая и незаметная, но на сегодняшний день, используя эту технологию более чем 1,5 года, я хочу сказать утвердительно, что эта технология реально творит чудеса. И я сегодня объясню вам, почему. Зачем нам нужна запатентованная нанотехнология PHX-39? Вначале хочу поговорить с вами о том, что же такое наши регенеративные клетки. Регенеративные клетки – это первично, скажем, стволовые клетки, другим языком. Стволовые клетки – это клетки, предшественники всех клеток и тканей нашего организма. Это и восстановительные клетки организма. То есть все, из чего мы первично состояли, было первично нашими стволовыми клетками, иначе говоря, регенеративными. Стволовые клетки способны поддерживать свою численность с помощью деления и обладают способностью дифференцироваться, то есть превращаться в различные типы клеток. Если мы посмотрим на этом слайде, здесь мы видим стволовые клетки, которые начинают происходить деление. И в данном случае мы видим восьмиклеточный эмбрион, где происходит самая наивысшая активность стволовых клеток. И в процессе образовывается бластоцисты, и которая переходит в недифференцированные стволовые клетки, из которых начинают образовываться клетки нервной системы, сердечной мышцы, сердечно-сосудистой системы, клетки крови, это капилляры, это мышцы, кости, жировые ткани, хрящи, это наши волосы, это наши глаза, уши и все, из чего мы состоим, все, из чего на данный момент наш организм от темени головы до подошвы ног первично было стволовыми клетками. Это наша иммунная система, это наша пищеварительная система, все наши органы, функции и ткани первично было стволовыми клетками. Так вот, значит, на сегодняшний день, что же такое стволовая терапия? Когда речь идет о стволовой терапии, мы знаем, что стволовая терапия – это общепринято, это терапия с донорскими стволовыми клетками. То есть лечение производится инъекциями донорских стволовых клеток. Каким образом это происходит? То есть берется стволовые клетки, например, скажем, ну, щадящим процесс – это из плаценты после рождения ребенка или из пуповины новорожденного ребенка. Когда берутся стволовые клетки из донора, от донора, в таком случае они проходят процесс обработки и вводятся в шприц, и потом это вводится локально в зону, где необходимо активировать регенеративный процесс. Скажем, у человека произошла, извиняюсь, травма какой-то мышцы, или вот в данном случае мы видим в зоне колена какой-то, может быть, хрящ или какой-то сустав или связка, произошло какое-то повреждение, и эта зона нуждается в восстановлении. Ученые установили, что с каждым делением донорских стволовых клеток, которые не наши собственные, происходит вероятность образования вредных мутаций. Если, скажем, у человека уже на тот момент есть какие-то новообразования, о которых человек может и знать, не знает, то в этот момент
есть большая вероятность того, что может увеличиться активность деления в той зоне, где уже идут новообразования. Это может, скажем, увеличить, к примеру, опухоль у человека. А тем самым, ну, как говорится, вы сами понимаете, что происходит. В своей практике я никогда не использовала донорскую терапию со стволовыми клетками. То есть это было, то есть я никому из своих пациентов не делала донорскую терапию по причине того, что есть высокий уровень риска ухудшения состояния организма по причине того, что это не контролируется нашим мозгом. Так вот, факт на сегодняшний день того, что чем меньше активность регенеративных клеток у человека в организме, тем быстрее человек стареет и медленнее выздоравливает. Хотим мы с этим согласиться или нет, верим мы в это или нет, но на ежедневной основе миллионы клеток у нас отмирают и миллионы клеток зарождаются. И те, которые зарождаются, они напрямую зависят от состояния и активности регенеративных клеток. Так вот, учеными доказано, что самая наивысшая активность происходит в детском возрасте, процессы достаточно активные, но я думаю, что вы согласитесь, к 20 годам, в принципе, процесс роста приостанавливается, и уже мы не можем, так сказать, замерить рост ребенка, который произошел от 7 до 8 лет и так далее, да, в подростковом периоде, и уже после 20 лет человеческий рост, скажем, в высоту практически почти останавливается, ну, если только вширь бывают такие моменты, вот, и от активности стволовых клеток, конечно, зависит, какая регенерация происходит в организме человека. Так вот, учеными доказано, что к 30 годам человек теряет более 50% активности регенеративных клеток. То есть каждый день процесс это происходит, а вот уже активность их меняется. И по причине того, что активность понижается, по этой причине мы можем наблюдать процесс старения. А вот к 60 годам уже доказано, что человек теряет почти всю свою активность регенеративных клеток. На сегодняшний день многие из нас могут наблюдать, как сотни миллионов людей испытывают симптомы старения. Это выражено в разной форме. А вот с запатентованной нанотехнологией возможно испытать уровень здоровья и жизненной силы, которого вы не испытывали с тех пор, как были в юности. Вроде такая маленькая, небольшая патч, но она творит реальные чудеса. И об этом идет у нас речь. С запатентованной нанотехнологией патч X39 произошел исторический прорыв в доступной регенеративной технологии. Это первая запатентованная нанотехнология, предназначенная производить регенерацию организма на клеточном уровне. Свет является древней формой энергии, которая берет начало на заре времени для всей нашей Солнечной системы. Все начинается с Солнца, источника света и жизни. Ученые доказали, что все, из чего мы состоим, содержит свет. Все живое зависит от Солнца. Вся растительность получает свет. И все живые существа излучают свет. Люди на самом деле излучают инфракрасный свет, который можно увидеть с приборами ночного видения. Свет производит многогранное воздействие на живые организмы. Патч для фототерапии использует свет для стимулирования естественного восстановления систем организма, обеспечивающего целенаправленное оздоровление в той части тела, где это наиболее необходимо. Как работает технология? Патч помещается на определенные зоны на теле. Органические нанокристаллы в пластыре создают зеркальный эффект, что изменяет длину волны света в процессе, называемом фотобиомодуляцией. Инфракрасный свет, который мы излучаем, отражается от пластыря обратно в тело. Затем новая волна света сигнализирует организму о необходимости увеличить выработку пептида меди, который, как было доказано, увеличивает активность стволовых клеток и переводит наши собственные стволовые клетки в более молодое и здоровое состояние.
То есть, когда мы находимся на солнце, солнечный свет сигнализирует организму о необходимости увеличения выработки витамина D в нашем организме. Какие-то особые великие ощущения мы не испытываем, но факт остается фактом, что в нашем организме начинает происходить различные сложные, если мы посмотрим по таблице, достаточно сложные химические процессы, но результат становится следующим. У нас в организме вырабатывается витамин D, который очень необходим для нашего здоровья. А что касается этой технологии, она не нуждается в солнце. У нас наш собственный организм, независимо даже в самый холодный день, способен поддерживать температуру нашего тела по Фаренгейту 98,6, а по Цельсию 36,6. Даже в самый холодный день наше тело способно регенерировать температуру тела, поддерживать. Так вот, мы излучаем, наш организм излучает и свет, и тепло. Дэвид Шмидт, генеральный директор и изобретатель технологии, смог разработать технологию, которая способна регенерировать наш организм для того, чтобы мы смогли обладать оптимальным здоровьем, независимо от нашего возраста. Этот специалист является обладателем более 180 глобальных патентов в области регенеративной науки. Я, в частности, не обладаю ни одним патентом, а вот этот удивительный человек обладатель ни одного, ни два, ни три, а более 180 патентов. Чтобы вы понимали, для того, чтобы приобрести один патент, вам необходимо доказать, что то, что вы патентуете, оно уникально в своем роде. И второе, это то, что оно способно выполнить то, на что вы это патентуете. Это ученый-изобретатель, который является дважды получателем награды за передовые технологии из Международного зала славы. Пластырь Patch X39 для фототерапии использует свет для стимулирование естественного восстановления систем организма, обеспечивающее целенаправленное оздоровление в той части тела, где это наиболее необходимо. Вот в этом как раз и заключается самая большая разница, в отличие от терапии, которая с донорскими стволовыми клетками, которая не контролируется нашим мозгом. Мы можем локально ввести в ту зону, где это необходимо, например, связки, суставы, сухожилия и так далее, но это не будет воздействовать на регенеративный процесс, который происходит в нашем организме. Так вот, эта технология, она способна активировать наши регенеративные клетки и ускорить процесс омоложения. Это не процесс старения, а процесс омоложения. И об этом мы будем сегодня говорить. Но прежде мы продолжим наш разговор немного далее. Я хочу оговорку сделать, что эта технология никого не исцеляет, не лечит, не заживляет, ничего не облегчает, не является лечебным препаратом. Когда вы используете эту технологию, ваше собственное тело начинает восстанавливаться и исцеляться. То есть, когда мы предоставляем для нашего организма необходимые инструменты, наш организм удивительно устроен таким образом, что способен восстанавливаться сам. Итак, запатентованная нанотехнология изготовлена из органических нанокристаллов в составе вода, кислород, аминокислоты, кристаллы глюкозы. Эта технология является экоблагоприятной. Она не трансдермальна и не инвазивна. Это очень важный фактор. То есть ничто не проникает через эпидермальный барьер, через дерму или кожу. То есть когда мы одеваем эту технологию, ничто не проходит внутрь нашего организма. Есть такие патчи, есть такие технологии, когда мы одеваем на наш организм, что-то начинает проникать, препарат, который находится в той технологии, оно начинает проникать в наш организм. В данном случае ничто не проникает через, она не трансдермальная и не инвазивная. Очень важно учитывать этот фактор. При соприкосновении с нашей кожей под воздействием тепла, который наш организм излучает, и инфракрасных лучей активирует технологию. Происходит зеркальный эффект, и инфракрасный свет, который мы излучаем, отражается от технологии обратно в тело, что в свою очередь производит регенеративный процесс в нашем организме. Итак, обобщим.
как работает технология, она изготовлена из органических нанокристаллов, нетрансдермальная и неинвазивная, путем фотобиомодуляции производит регенеративный процесс в нашем организме. Вот так просто. Итак, это укрепляет и омолаживает, и восстанавливает наш организм. Многочисленные клинические исследования и 20-летняя разработка показали, что технология обеспечивает множество преимуществ для нашего здоровья. Итак, это первая в мире запатентованная нанотехнология для регенерации организма на клеточном уровне. Было произведено 10 лет научных исследований, 80 клинических исследований, и затрачено 4,5 миллиона долларов для того, чтобы эту маленькую патч вывести на рынок. Итак, какие же изменения происходят первые несколько дней, когда мы используем эту технологию? В течение первых 24 часов до 4000 генов начинают преобразовываться в более молодое и здоровое состояние. А вот в течение 6 недель мозг начинает становиться наиболее сбалансированным. Уменьшаются симптомы посттравматического стрессового расстройства, тревоги и беспокойства. Понижается депрессия. А в течение 3 месяцев происходят физические изменения. Происходит увеличение количества коллагена, что уменьшает морщины, увеличивает рост волос, происходит повышение структурной целостности как скелетной, так и мышечной. А это очень важно для того, чтобы наш организм обладал оптимальным здоровьем. А вот удивительные результаты, которые были произведены в течение недавних исследований. Было наблюдаемо, как происходит омоложение сердца и сердечно-сосудистой системы. Так вот, в недавнем исследовании у 14 из 15 человек снизился сердечно-сосудистый возраст в среднем на 8 лет всего за 6 месяцев использования технологии. Какая же сила действия этой технологии? Наиболее быстрое облегчение от боли, улучшение сна, снижение воспаления, быстрое заживление ран, повышение энергии и жизнеспособности, ясность ума, повышение концентрации, умственной активности, повышение физической выносливости, спортивных результатов и более быстрое восстановление после тренировки, улучшение состояния кожи и волос. Даже если вы не почувствуете эффективность, мгновенную эффективность, будьте уверены, что новые ваши регенеративные клетки могут регенерировать ваш внутренний орган или ткань, прежде чем восстанавливать то, что вы прочувствуете. А ваш врожденный интеллект вашего тела, ваш мозг, начинает восстановление именно там, где это наиболее необходимо. Каким образом мы используем эту технологию? Мы носим эту технологию в течение 12 часов, потом снимаем и выбрасываем. Эта патч, она одноразовая, не многоразовая. Рекомендуется использовать эту технологию ниже шейных позвонков, в плечевом сплетении и чуть-чуть ниже пупка. Это зона, где наивысшая активность стволовых клеток в нашем организме, где наибольшая активность регенеративных клеток. Носим мы в течение 12 часов и потом снимаем, выбрасываем. На следующий день мы снова одеваем эту технологию и в течение 12 часов носим. То есть мы 12 часов носим, 12 часов у нас происходят регенеративные процессы. То есть у нас в организме, опять же, признаем мы или нет, но на ежедневной основе у нас есть в течение суточные биоритмы. В течение дневных часов наш организм производит различные процессы, которые... Например, та же активация наших регенеративных клеток, мы более активны, у нас активны речевые функции и так далее. В ночное время, когда мы отдыхаем, у нас происходят различные метаболические и регенеративные процессы. Определенные функции находятся в наименьшей активности, и какие-то очистительные и восстановительные процессы наиболее активны в ночное время. Так вот, если в течение дня мы активировали наши регенеративные клетки, то в ночное время у нас наилучшим образом происходит регенеративный процесс.
Я рекомендую для того, чтобы не забывать, и для начала это, может быть, является непривычным явлением использовать эту патч, эту технологию, разместить эту упаковочку, в которой приходят эти патчи. Это оно приходит вот такой маленькой упаковочке, в таком красивом конвертике. Патч приходит в такой упаковке, и мы ее используем каждый день. Это месячная норма, в ней находится 30 патчи, которые предназначены на месяц. На следующий день, когда мы используем эту технологию, у нас происходит накопительный эффект. То есть это не значит, что мы, когда нам что-то заболело или нас что-то побеспокоило, мы одели одноразово и забыли. Нет, нам необходимо на ежедневной основе использовать эту технологию. Вот это очень важный нюанс, который нужно учитывать. Также очень важно не забывать, что бы вы ни делали, вам критически необходимо помнить о том, чтобы использовать достаточное количество жидкости на ежедневной основе. И когда речь идет о жидкости, очень важно помнить, что мы речь ведем не о кофе или о чае, а о обычной простой воде. Скажем, очень часто люди задают, ну а какая же норма? Я люблю об этом всегда напомнить. Дело все в том, что у каждого из нас суточная норма будет отличаться, так как мы все очень уникальные, разные, у нас разный вес, рост и так далее. Поэтому количество жидкости суточной нормы будет у каждого индивидуально. Каким образом мы определяем суточную норму? Скажем, в отношении американских паунтов это намного проще. Дело все в том, что по нашему весу мы сможем определить, на каждый американский паунт веса нам необходимо пол унции жидкости суточной нормы воды. Каким образом это рассчитываем мы? Если у человека вес 150 паунтов, его суточная норма будет 75 унций. 1 литр – это 32 унции. Что касается европейских измерений веса в килограммах, то на каждый килограмм веса мы используем 30 миллилитров воды. В эту формулу вам уже нужно будет просчитать самим. Очень важно также помнить, что когда мы используем эту технологию, она способна, то есть идет воздействие на наш головной мозг, и наш мозг отдает сигнал направить наши регенеративные клетки туда, где это наиболее необходимо. Каким образом это происходит? Направляются регенеративные клетки, и начинается регенеративный процесс. Скажем, если у вас наглядно какая-то есть ситуация, ну, скажем, лысина на голове, есть проблемы с волосами, и вы хотите улучшить состояние ваших волос, но, к примеру, на данный момент у вас существует уже какая-то серьезная проблема, ну, к примеру, вашей печени. То, что вы не видите, то, что уже произошло на голове, это наглядно, видимо, но то, что происходит внутри вашего организма, оно незаметно и очень часто неощутимо. Так вот, когда вы используете эту технологию, ваш мозг направляет регенеративные клетки в первую очередь, естественно, в жизненно важные органы, например, как вот печень или кишечник или почки, восстанавливает ваши внутренние органы, прежде чем воздействовать на тот же рост волос. Естественно, рост волос будет улучшаться в зависимости от того, насколько общее состояние организма в целом внутри нашего организма. И как следствие мы будем наблюдать наглядные изменения с нашими теми же волосами, с кожей и так далее. Но внутренние процессы регенеративные будут зависеть от активности наших регенеративных клеток. Вот такая информация в отношении нашей действия этой технологии. Итак, свидетельство действия технологии. Дело все в том, что поскольку производилась 20-летняя разработка этой технологии, мы можем наблюдать, какие исследования проходили. Я вам не буду сегодня приводить множество разных примеров, но на данный момент я хочу показать топографическую карту съемков мозга у 77-летней женщины, которая использовала патч на тыльной стороне шеи, то есть чуть ниже шейных позвонков, как я показывала на снимках. Так вот,
Если вы помните, то регенеративные процессы практически останавливаются в возрасте 60 лет на 90, как минимум на 90% происходит замедление активности наших регенеративных клеток. Так вот, эта женщина в данном случае, ей же 77 лет, и, конечно, уже ожидать какие-то активности, ну, вы понимаете, да? Так вот, в начале этой исследования у женщины не наблюдалось активности стволовых клеток. Но через 3 недели было увеличение активности ее регенеративных клеток. А вот уже через 6 недель была заметно увеличенная активность стволовых клеток. А если вы помните, я говорила ранее, что где-то в течение 6 недель, уже в процессе использования этой технологии в течение 6 недель, мозг становится наиболее сбалансированным. Так вот, благодаря тому, что эта женщина использовала эту технологию, и у нее происходило увеличение регенеративной активности, так вот, у нее стали улучшения функции головного мозга. И такого рода процессы заметны у людей в разного рода возрасте. На данном слайде мы видим, какие улучшения состояния кожи были в случае у женщины, когда у нее был глубокий порез, и в течение 21 дня были заметны такие удивительные результаты. Кстати, на этом снимке я бы хотела привести пример, когда у меня люди спрашивают, а поможет ли эта технология в том или ином случае. Я хочу сказать, что никто не застрахован от каких-то инцидентов, и если происходит глубокий порез, ну, скажем, у нас произошел глубокий порез на руке, да, и нам необходимо, необходима настолько глубокая рана, что это не просто бинтиком отделаться. Нужно реально обработать рану, очистить ее и зашить. Что необходимо в этом случае сделать? Обратиться к специалисту, который обработает рану и зашьет. Да? Если этого не сделать, то сколько бы патчей мы ни одели, у нас будет открытая рана, и эту ситуацию необходимо решать, хотим мы с этим соглашаться или нет. Но помогут ли эти патчи в процессе восстановления? Я думаю, что каждый из вас согласится, что после того, когда рана обработана и зашита, в процессе регенерации будет зависеть, как работают регенеративные клетки. Если они активны, то логично, что в процессе восстановления регенеративные процессы будут улучшены, и заживление раны будет ускорено, если мы можем активировать действие наших восстановительных клеток. К примеру, еще также хочу раскрыть вам другой сценарий. К примеру, человек уже в течение 6 месяцев использовал эту технологию до того, как произошла такого рода травма, к примеру, да? Ему зашили, обработали. И теперь задумайтесь, у кого из этих 2 людей будет быстрее происходить регенеративный восстановительный процесс? У того, кто только что начал использовать эту технологию, или у того, кто в течение 6 месяцев для профилактики использовал эту технологию? Я думаю, что логично вы понимаете, что тот, кто для профилактики использовал эту технологию, у него активная регенеративная деятельность в организме. И, естественно, если произошла травма, то процессы будут намного ускореннее происходить в организме у человека. На данном слайде мы видим, какие красивые изменения произошли на лице этой женщины. И она реально помолодела за 1 год. Много говорить здесь об этом не буду. А вот что касается волос, мы говорили немножечко, я затронула тему волос. Вот такие изменения были заметны у человека до и после улучшения состояния волос, так как повышается, и это в процессе были заметны в течение 3 месяцев. Но опять же, технология работает только тогда, когда мы ее носим, не тогда, когда она лежит у нас на полке. Очень важно дисциплинированно каждый день
одевать, носить. И я думаю, что если уже эту технологию сложно использовать, я уже не знаю тогда, что вообще ожидать. Если, скажем, там 3 раза в день или через каждый час нужно что-то принимать, что, в принципе, у меня тоже в протоколе есть, когда человек на какой-то программе находится, но в данном случае одеть утром эту патч и вечером снять и выбросить мусорку, на следующий день сделать такой же самый жест, я думаю, ну, проще простого быть не может. И на сегодняшний день сотни тысяч и миллионы людей уже даже на сегодняшний день используют эту технологию в разных точечках Земли. А сыпь на коже у этой женщины. Я тоже хочу сказать, что в течение буквально 2 месяцев, я лично знаю эту женщину, вот такие результаты получила она. Она в течение многих лет пыталась изменить состояние, это на зоне локтя. И что только она не пробовала, но когда она стала использовать эту технологию, ее состояние улучшилось, и, как видите, заметный результат. Кстати, у этой женщины были проблемы с сердцем и достаточно частые приступы, что происходило по ночам. И эта женщина после 2 месяцев использования этой технологии заметила, что у нее полностью прекратилось. Вначале это стало сокращаться количество приступов, и после в процессе у нее полностью остановились такого рода приступы. А если вы помните, в течение 6 месяцев использования технологии у людей сердце омолодилось как минимум на 8 лет. Поэтому я думаю, что вы понимаете, откуда идет результат, потому что регенерация организма происходит наилучшим образом, и тогда организм омолаживается и процессы улучшаются. Ну, может быть, скажете вы, знаете как, это, может быть, был плацебо, человек себе там навоображал, вот, но я хочу рассказать за эту маленькую девочку, которой на данном слайде было 2 годика. Она родилась с серьезным нарушением функции головного мозга, и у нее было 3 кисты в лобной доле, расположенные между левым и правым полушарием. Эта девочка, у нее были частые эпилептические приступы, а также у нее было это состояние влияло на ее речевые функции и опородвигательные. Доктора предполагали, что это будет, ну, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. Бабушка этой девочки решила предложить родителям попробовать эту технологию. Как ни говори, много сил не надо для того, чтобы наклеить эту патч и посмотреть все же, что произойдет. Что удивительно, как только они стали использовать эту технологию, в процессе времени терапевты стали замечать, как стало улучшаться состояние этой девочки, скажем, ее опородвигательные функции стали улучшаться, ее речевые функции стали улучшаться, и также стало сокращаться количество приступов. Я думаю, этого было уже достаточно. Но через 5 месяцев, когда родители этой девочки привели ее к доктору, доктор был очень изумлен по причине того, что 3 кисты, которые были в лобной доле, они абсолютно исчезли. И на тот момент у девочки абсолютно прекратились различные эпилептические приступы. Она говорила в соответствии со своим возрастом и бегала, прыгала и танцевала в соответствии со своим возрастом 2-летнего ребенка. Я думаю, только ради этого чуда стоило изобретение этой технологии. И хочу сказать, родители никакого другого рода терапии на тот период не использовали. Ну, я имею в виду, она ходила к терапевтам и так далее, но именно что касается ее общего состояния здоровья, вот такой результат был достигнут в течение 5 месяцев. И доктор сказал, вообще ваш ребенок абсолютно здоровый, и у нее нету никакого рода инвалидности. На данном слайде мы видим собачку по имени Анфиса. У этой собаки в течение полгода до того был серьезный флюс, воспаление, инфекция. И хозяйка этой собаки перепробовала, что только могла. И, кстати, она сама по профессии грумер, то есть она разбирается в животных. И перепробовав много разных терапий, результативности как таковой не наблюдалось. И постоянное было сочение из глаза,
Это зона, где была инфекция. И хозяйка решила все же попробовать, когда получила эту технологию. Она решила попробовать, обрила зону живота. Этот вопрос очень часто задается мне, поэтому я хочу более детально рассказать в этом случае. Когда она, значит, стала каждый день использовать эту патч на зоне живота у собаки, через 3 дня стало наблюдаться сокращение количества выделений из глаза, а где-то через 7 дней стала появляться такого рода корочка, и уже там через несколько недель вот такое состояние глаза было у собаки. И также она стала наиболее активная, более жизнерадостная и так далее. То есть внутренние процессы восстановления этого животного были заметны налицо. Что касается компании, которая изготавливает эту продукцию, это 19-летняя компания. В следующем году, через пару месяцев, будет исполниться 20 лет этой компании. Она находится в 75 странах мира. И в 75 странах мира за 4 года обороты компании возросли с 20 миллионов на 320. То есть реально такого рода продукция сделала большой скачок в росте компании, так как эта патч вышла на маркет всего лишь 4, почти 5 лет назад, 4 года назад. До этого обороты компании составляли 20 миллионов долларов, но как только эта технология вышла на маркет, обороты компании реально скакнули и пошли вверх. В первый же год обороты компании увеличились 3,5 раза. Но об этом сегодня много не буду говорить, я просто хотела заострить внимание, что это солидная компания, солидная продукция, где есть реальные результаты. Это запатентованная революционная технология, уникальная, которая может воспользоваться практически каждый в мире, не имеет абсолютно никакой конкуренции. Ни у кого нет ничего, что могло бы приблизиться к тому, что может предложить патч X39. И, то есть я могу вам зачитывать информацию с патента и так далее, но суть в том, что я уже апробировала достаточно длительное время эту технологию и хочу сказать, что реальные результаты были видны. Что касается стоимости этой технологии. Одна упаковка, то есть одна упаковка содержит в себе 30 патчей, это месячная норма. Так вот, розничная стоимость этой технологии 149 долларов и 95 центов. Я сейчас говорю об американских ценах. В Европе они немножечко по-другому, скажем, в евро. Но суть в том, что примерно стоимость будет розничная цена 149 долларов 95 центов. Это за 30 патчей в одной упаковке. Другой пакет, который я рекомендую, называется «Серебро». Его стоимость 299 долларов и 95 центов. В этом пакете 3 упаковки, то есть вы получаете уже, если вы становитесь партнерами в компании, вы получаете 3 упаковки по стоимости 2. А это говорит о том, что это уже хороший вариант, правда ведь? То есть либо вы приобретете 2 упаковки или 3, есть разница. Следующий пакет – это золото для тех, которые хотят стать активными партнерами в компании и вести это как бизнес. За 5 упаковок стоимость 500 долларов. Самый наилучший вариант для тех, которые, скажем, хотели бы, может быть, стать распространителями и активно действовать в компании. Здесь уже стоимость становится еще лучше. Это пакет «Бриллиант», и его стоимость 1600 долларов. Здесь вы получаете 19 упаковок, и стоимость одной обходится уже 84 доллара. Это для тех людей, у которых, может быть, есть какой-то магазин, какое-то заведение, или вы просто хотите начать развиваться в этом, как, скажем, бизнес. И в этом случае, когда вы подписываете, становитесь дистрибьютором или партнером в компании, у вас есть программа AutoShip, то есть ежемесячной рассылки, и в таком случае на ежемесячной основе вам одна упаковка будет обходиться 99 долларов 95 центов. Это месячная подписка. Ну что ж, я смотрю, если есть какие-то у нас вопросы.
Вопросов на данный момент я не вижу. Хочу сказать о том, что, пожалуйста, обратитесь к тому человеку, кто поделился с вами этой информацией, пригласил вас на этот Zoom-встречу или поделился с вами этим видео. Обязательно обратитесь к тому человеку, и этот человек сможет провести вас, показать, каким образом можно заказать технологию. Кстати, тоже хочу сказать, что компания предоставляет 30-дневную гарантию возврата денег. Это безопасная возможность как для вас, так и для ваших друзей и знакомых ознакомиться с этой технологией. Какие-то еще вопросы у нас есть или вы получили достаточно ответов на свои вопросы? Кстати, вопрос такой, какие результаты я получила лично для себя? Поскольку я в сфере натуральной медицины уже более 25 лет, я пришла в эту сферу для того, чтобы вести профилактику здоровья. То есть моя цель была позаботиться о своем здоровье, не дожидаться, когда, может быть, были бы какие-то проблемы. И таким образом у меня нет каких-либо проблем со здоровьем, чтобы я могла сказать, у меня было вот такое и стало такое состояние, да. Но хочу сказать, что люди, которые в моем окружении, в течение полугода я наблюдала за результатами, так как я работаю с исследовательской группой, и мы исследуем, как различные методики и технологии воздействуют на организм, и я постоянно провожу различного рода исследования. Так вот, в течение полугода я очень близко наблюдала, какие результаты и процессы происходят в организме у людей, которые используют именно эту технологию. Хочу сказать, что в моем окружении где-то через 4-5 месяцев несколько пар из моих знакомых пошли к глазному врачу, и когда они пришли к доктору, они были очень приятно удивлены тем, что доктор говорит: слушайте, я уже в течение 20 лет наблюдаю за вами как за пациентами, и каждый год, уже последние годы, да, этим людям было возраст 60-70 лет даже, и это оба супружеские пары, то есть это не один или человек, да, это были супружеские пары, которым уже на регулярной основе прописывались очки. И тут представьте себе, человек, проверяют его глаза, и доктор говорит: слушайте, я сверяю ваши съемки прошлого года, и нынешнее у вас состояние глаз улучшилось в этом глазу, что невероятно. В таком возрасте этих процессов невозможно получить. И говорит, вам в этом году не нужны новые очки. Вот такие были результаты в отношении состояния глаз. Я ношу очки как аксессуар, у меня совсем небольшое отклонение, 0,5 единиц, и я прекрасно могу читать и ехать без очков, но просто мне нравится как аксессуар, я ношу очки для этого. Что касается десен, также было заметно у людей, супружеские пары, где-то 60-70 лет, это мои личные наблюдения. И в течение 4-5 месяцев эти люди использовали эту технологию регулярно, на ежедневной основе, опять же хочу сказать. И когда эти люди использовали эту технологию, пришли в очередной раз к зубному врачу, и врач проверяет их состояние десен и говорит: слушайте, я не могу понять, какие изменения у вас произошли в отношении вашей гигиены рта, полостью, ухода за полостью рта. Говорит, я не знаю, но у вас реальные улучшения, что вообще не соответствует с вашим возрастом. Обычно в этот период уже невозможно, то есть можно поддержать состояние, если, например, у человека какие-то есть проемины в зубах или, как называемые, карманы, и это уже невозможно обратить назад. То есть можно приостановить процесс, но не изменить, не улучшить. А тут у вас, говорит, состояние десен именно улучшилось. Говорит, я вообще не могу поверить, что это такое происходит. Вот, поэтому такие вот результаты, которые я лично наблюдала, и это было у обоих супружеских пар. То есть это не было у одного или другого, а у обоих через 4-5 месяцев стали заметные результаты. Также рекомендуется, что если вы хотите, у вас есть какие-то уже с возрастом, ну, проблемки, скажем так, и вы хотите получить желаемый результат, необходимо дать время.
Я всегда говорю, дайте 3-6 месяцев на то, чтобы у вас регенеративные процессы, накопление, улучшение тканей и органов, восстановительных процессов набрало, так сказать, силу, потому что, ну, если вы помните, как я говорила, за сутки мы до 4000 генов преобразовываться в более молодое и здоровое состояние, так вот, берет время, пока накопительный процесс регенеративных активностей будет улучшаться в нашем организме. По этой причине рекомендуется на каждое десятилетие дать примерно 1 месяц времени. Ну вот такое предложение, что касается этого. Ну что ж, я буду на этом заканчивать сегодня. Вопросов я не вижу больше. Итак, желаю вам всех благ, а главное, крепкого здоровья. И поздравляю вас с наступающим Рождеством и Новым годом. Желаю вам всего самого наилучшего. Всего доброго. До свидания.